Так. 20:28 по Киеву, в Харькове, 16 сентября 2021 год. Пока так, на фоне растений, тополя высокие. Не могу я пока локацию подобрать так, чтобы... И Ютуб, и Юпитер. В кадр попадал. Да, но тоже не идеально. Видимость. Плывет изображение. Нет резкости. А, ну там дымка такая. Жаль. Ну ничего, что есть. Ничего, что есть. Ну, вчера этот кратер, который сейчас практически посередине экрана, глазастенький такой, был четко на линии терминатора. А сейчас он уже чуть-чуть правее. Границы света и тени. Ух ты, ёлки-палки. Да, это было больно. По глазам. Штатив скаканул. На траве снимаю. Опа, НЛО. Птичка пролетела, или скорее уже летучая мышь. Темно на улице. Рядом со мной, конечно, и камеры, а не по луне. О, ветерочек. Чудесно. Так. Где там наш кратер Платон? Вот он наш золотой. Ладно, что я зазевался. У нас уже Сатурн прячется за ветки деревьев. Придется даже сместиться, наверное.
Ну вот так. Да, вполне четко видны очертания кольца Сатурна на фоне ядра Сатурна и даже что-то вроде экваториальных полос я вижу. Так, ну и остается нам Юпитер. Галилеевыми спутничками. Хорошо вижу экваториальную полосу, вижу, ну, по-моему, Европа, Ганимед, а слева Ио и Каллисто. Уменьшу сейчас выдержку. Почетче должны быть полосы. Но спутники, к сожалению, исчезли. Ну, так видно и спутники, и экваториальная полоса. Хорошо. Ох, как красиво. Полумесяц на линии экватора. +37 по Киеву, Харькову, 16 сентября 2021 года.